Вот такая сушеная малина и свежая для сравнения. Вот. Это свежая. Это вот сушеная. Слышно, как она хрустит. Вот это сушеная. Вот даже слышно, видите, как она высохла. Вот она по цвету, конечно, изменилась. Видно разницу. Яркая. А это чуть-чуть темнее. Как-то вот она темнее, светлее. Вот такая сушеная малина получается. Но аромат у нее сильнее, чем у свежей. Когда баночку открываешь, это прям вообще вкуснотища необыкновенная. Запах лета. Вот на зиму посушила. Хочу посушить еще. Вот такую баночку я посушила. Но это маловато, конечно. На зиму это съестся в один присест. Сушила малину я где-то сутки получилось. У меня я прибавляла время. Сначала на 12 часов поставила при 60 градусах. Потом я прибавила еще 3 часа, потом еще 3 часа, потом, ну, короче, прибавляла. В общей сложности сутки они у меня сушились. Вот, при 60 градусах. Если делать меньше градус, у меня Волтера 1000. Если градус делать 45, например, 50, то, конечно, время будет увеличиваться. Вот, так что смотрите сами, кому надо быстрее, кому не надо быстрее. Вот, по времени определяйтесь. Если меньше градусы, надо время стоять больше. Если побольше градусы, но у меня самое максимальное 63 градуса. 63-70 у меня нету. Если при 70, я думаю, наверное, может часов за 15, за 12, может быть, даже она высохла. Ну вот, на 60 градусов сутки. Ну ладно, всем пока.